Сегодня в торжественной обстановке в присутствии главных героев, работников компании ТВ-Энерго, благодаря которым на подстанции Южная появился новый трансформатор мощностью 16 мегавольт, состоялся его ввод в эксплуатацию. Мы солнцем наполняем города, порой заработает и хлопот Найк. Не видим мы ни лета, ни зимы. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей центральной части города Кызыла, включая учреждения образования, здравоохранения, объекты коммунальной инфраструктуры общей численностью населения почти 14 тысяч человек, было принято решение об установке дополнительного трансформатора на подстанции «Южная», который бы распределил нагрузку на электросети равномерно и разгрузил другие подстанции. Она у нас фактически самая старая подстанция, одна из первых подстанций 110 кВт на территории города Кызыла. Она длилась практически 3 года. Общий объем инвестиций, вложенных со стороны сетевой компании ТВ-Энерго, составил порядка 60 с лишним миллионов рублей. Это если учитывать и стоимость оборудования, выполняемых работ. Наконец-то вот сегодня у нас вопрос закрыт. Сегодня у нас все 4 трансформатора были заменены. Соответственно, существенно увеличилась мощность самой подстанции. И, соответственно, как я уже сказал, энергетики постарались решить вопросы, проблемные на сегодняшний день там, энергодефицита, это решение вопроса технологического присоединения любых потребителей. Реконструкция подстанции «Южная» дополнительно позволит выделить 11 мегавольт мощности на технологическое присоединение потребителей электрической энергии города Кызыла. Это большой плюс, ведь новый трансформатор – это новые возможности. У нас в планах на 18, 19, 20 год это реконструкция ветхих на сегодняшний день воздушных линий от трансформаторных подстанций, которые, по которым очень много жалоб на качество электроэнергии. Это у нас и улица Мугур, это улица Суворова, далее улица Каахем, безымянная улица. Соответственно, в дальнем Каахеме также будем мы продолжать проводить работы. Сегодня новый трансформатор ввели в эксплуатацию в присутствии тех, кто не один день провел бок о бок с электрооборудованием. Специалисты ТВ-Энерго в свой адрес из уст министра энергетики Романа Каженола услышали много добрых слов. Как отмечают энергетики, похвала за труд – это и есть самая высокая награда за проделанную работу. Основная цель – повышение качества и надежности поставляемой электроэнергии жителям Кызыла достигнуто.